12 уникальных операций с глубоким проникновением в глаз в одном месте в один день на глазах у сотни медиков. Такого российская офтальмология еще не знала. Сегодня в больнице Ярошевского их провели лучшие мировые специалисты в области микрохирургии глаза. Все тонкости манипуляций хирургов транслировались в конференц-зал больницы. Операция на глазу – работа ювелирная. Видеть ее детали раньше мог только ассистент хирурга через окуляр. Возможность рассмотреть детали в трехмерном изображении появилась благодаря единственному в России микроскопу с 3D-видеосистемой. Точнее, двум, которыми располагает Самарская офтальмологическая больница. Настолько поставлен высокий уровень вот этой подачи информации, то есть вот это стерео, видео-стерео, то есть это помогает и обучаться, и настолько хорошо демонстрируется вообще, то есть операции, детали операции, что это беспрецедентный случай, поэтому все ведущие доктора здесь собираются с удовольствием. То, что сегодня российские хирурги впервые видят на большом экране, вскоре может стать реальностью самарских операционных. Больница Ярошевского готовится преодолеть своеобразный звуковой барьер в области микрохирургии глаза. Речь идет о цифровых видеосистемах по разрешению, сравнимых с тем, что видит глаз хирурга через качественную линзу. Они уже начинают появляться, но по стоимости пока сравнимы с космическими станциями. И сам хирург может оперировать, не глядя в микроскоп, так сказать, съежившись, а свободно оперируя огромных размеров глаз, там 3-4 метра на стене. Вот это совершенно другие возможности представляет в плане эргономики, в плане качества операции. Я думаю, очень скоро мы это увидим. Прогресс в области микрохирургии глаза идет стремительно. В больнице Ярошевского надеются уже в ближайшие годы перейти с традиционных микроскопов на цифровые. Конференция офтальмологов продолжается уже завтра на традиционных ярошевских чтениях. Ожидает до 600 участников. Инна Сыпанченко, Константин Головин. События.